русских фехтовальников. Простите, да, это вообще очень классно вообще фехтовать. Может, фехтовали рады. Вообще сами фехтование. Есть практически была такая, а может так будет. Да подводящий был, да? Не, можно и так, если он упадет, то можешь и подсесть. Если не поднял на снег, обрывайся, фехтовай. Сейчас разве, чтобы он теряется. А если поднял, это не затерять можно. Это техника уже. Да, да, да. Передняя, да? Да. Не бежим, чтобы ты, возможно, никак. Время тянет. До конца не включаешься, знаешь, как гости. Они не прометились. Это же будет даже будет даже перебить. Третья подушка? Это не так. Ну да, вроде хорошо работает, да? Вот, вон, там, а мне так. А там в конце рынок. Вот, вот. Я вам. Вот, видишь? Да? А можно, смотри, еще со второй схеме. Ногу убираешь, да? Начал делать, а он довольно сделать. Раз, два, да? И опять. Раз, два, раз, два. Вот если вот протянул, можно будет здесь. Вот. Бычок посадки. Ну, бычок иди пока. Бычок посадки, я не хочу. А нет, ну, просто протянул, я вот. Раз. Здесь. И сразу же работать протянул, и ударил. Поймал. И не останется. И пошел по кругу. Вот.
Да. И смотри. Я проводил. Все? Вода. Сейчас до бока пошел, да? А вставку, в принципе, надо, ноги просто заложишься. Ну, за то, чтобы я максимально мог перегрузиться. Да? А за счет чего, видишь? Каждый день только так, видишь? Сразу идет удержание. Сейчас правильно, сейчас подготовил. С любого броска можно делать удержание боевой сшивочку. Да. Только правильно, чтобы финиш был правильного броска, да? Я не знаю, развернулся на мысль. Так, минус. Просто половина меняется, потому что мы бычок делаем, похоже. Вот то же самое. Ну, выстрел. Ты прямо отпал, а сидать нужно. Это сидать? Это сидать? Есть? А потом закрутился? Я думаю, все равно смотрел, я ни разу не делал, но смотрел, ну, как я не делаю, что ногу не ломать? Тут надо поставить сначала ногу на пол полностью. Да, конечно. Серега, выполнишь? А?
плохо еще. Вообще было. Аж... Нет, я просто буду шуметь. А, ну, нет, ничего, так шуметь. Технически важно. Нет. Я... Вот, да? Да, да. Все, все. А потом уже начинаю называть. Ну, смотри. Пошли. Я бы левым плечом. Если ты уже пролез, ну. Да. Сделал ставку. Я на плечи. Это подставь ставку. Это место. Ты его вставил, да? Нет, да, наоборот. Оп. Вот, да. Во. И это грудь на него давить. Нет, это левым. Не правым, а левым плечом. Вставлю отсюда. Вот, да, закручим. Сделай максимальную работу, да? Да. Вот так, да. Вот, вот, ну. Подай. Левым плечом, не правым, а левым заберите. А только и зацеп изнутри или снаружи тоже делается таким образом? Изнутри тоже по дереву. Нет, изнутри. С средней дистанции именно. С средней дистанции. Нет, совсем тяжело. Только с близкой, с поставочкой, да? Поставка. Только показывал? Только с близкой. Это у вас залетательная, а это на близкую. Вот так, пойти, а потом зацепить. Дай пушку вверх. А так промахнется, он где удержится? Где обвинется? А еду уже. Или даже с тобой двинул он шла. Ну, то он сам насчет много себя вообще. Иначе он к себе, а уже если он идет туда, он к себе нужно. Ваша. А он не соединение, он к себе. Вот еще добрый. Да. Нет, он видит. Ну вот не так. Так, чисто на большой нравится. Ну, сюда включается, сюда шутки. Ну, я тут хорошо. Все, тебя идет. Это рукой поднимаешь вверх, потом я туда поднимаю ногу. В момент, когда я ставлю, высекаешь, да? Да. И толкаешь. Слабо, расскажи. Ну, там где не стою. Лёш, подожди, сейчас выключи. Самое спустя и нижнее, да? И на руках. Хорошо. Мурки другая, да. Приключения никакого, да? Растяжки дай здесь. Если ты берешь здесь средний захват за куртку, надо же делать растяжки, чтобы выводить из равновесия сразу этими движениями. Не просто держаться, да? Не, растяжки, да. Можно объединить с выходом, как вот здесь спину, да?
через задавлю, в любом случае. А, если захват. Я не знаю. Можно просто так ползти, правда? То есть надо раз, да? Смотри, вообще как берется. Задавлю берется. Лично с ними движение. Можно? В смысле, болевые, хорошо?